слушатель среди полей, солдат свирепых крики. Они сулят зловещи дикие. Убийство женщин и детей. К оружию, граждане, смыкайтесь в ряды. Пусть кровью вражеской напьются наши нивы. К оружию, граждане! Но вот с этих-то проклятых дней не начинается последняя часть моей жизни. Неужели ты не видишь, что наше время пришло? Царское правительство в тупике. Ну, по-моему, оно никогда из него и не выходило. Мне кажется, оно там и родилось. Я прошу тебя, будь серьезен. Ты что же, ты пришел сообщить мне, что Петропавловская крепость объявила себя республикой? Я знаю, ты пессимист, это врожденное. Ты и во Францию не верил. Обиженный уехал к морю в Италию. А что ты видишь теперь? Революцию. То-то оно, милое. Иногда пессимизм очень вредит. Очень. Ничего, я постараюсь от него избавиться. Кажется, время, наконец, этому способствует. Но знаешь, если бы республика не была провозглашена, я никогда бы не поверил, что она возможна во Франции. Но теперь она свершившийся факт. По крайней мере, на словах. Ну, знаешь, ты неисправим. Ну что ж, может быть, слово приведет дело. Будем надеяться. Но что касается России... Нет, я тоже не верю, что в России завтра может случиться революция. Нет, но наплыв либеральных идей, но общественное мнение, но сам факт, что сегодня поднялась вся Европа, ты думаешь, это не вынудит Николку Романова дать, наконец, русским людям конституцию? Да ничего он не даст, твой Николка. А я тебе говорю, даст, даст. Хоть какую-нибудь конституцию, хоть подобие, но даст. А тебя устроит подобие. И тогда понадобится образованное, либеральное, умеющее говорить современным языком министерство, как сейчас у французов. Ты подумал об этом? А где они возьмут образованных министров? Где? Разумеется, обратятся к нам. Ну, не к нам лично или к нашему кругу, не все равно. Да-да. И какой же портфель ты собираешься взять в этом министерстве? Напрасно смеешься. Напрасно. Мы еще вернемся в Россию. Вернемся. Святая к Родине любовь, веди нас по дороге мщения. Свобода пусть за нашу кровь. Из-за тебя им нет прощенья. И пусть на твой могучий зов к знаменам прилетит победа, и взор надменного соседа увидит славу к нам любовь. Революция 24 февраля вовсе не была исполнением приготовленного плана. Она была
Она была гениальным вдохновением парижского народа. Франция сделала еще один великий шаг для себя, для Европы, для мира. И снова запнулась. Снова нашлись нечистые руки и предательские объятия, которые задушили ребенка в колыбели. Буржуазия, освобожденная народом, прошла по трупам победителей к власти. Обманулись. Ты брюзишь, как старик. А вот ты-то, юное дитя, Сазонов. Где ты был вчера, 15 мая? С утра до ночи на улице. Я тоже с утра до ночи. Разгон вчерашней демонстрации снял повязку с моих глаз. Даже места не осталось для сомнений. Пойми, революция побеждена. И пора бы, кажется, перестать уверять себя и других в фактах, которых нет, и отворачиваться от тех, которые есть, да нам не нравятся. Это ты мне говоришь? Мы привыкли считать за глаз народной газетные статейки, написанные нами самими, либо нашими друзьями. Пойми, что наконец революция еще не развернулась в полную силу. Нам надо собраться и обсудить наши дальнейшие планы. Надоело. Надоело. И потом что обсуждать? Ты же знаешь мое мнение о положении дел. Пойми, Сазонов, глупо, глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего. Глупо? Ну, разумею. Умнее, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки, в то время как другие отстаивают на площади справедливость мира и солидарность народов. Бессменные трибуны кофеен и клубов, вечные женихи революционной Пенелопы. В смутные времена общественных потрясений и бурь, когда государство надолго выходит из обыкновенных пазов своих, рождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции. В их числе есть люди добрые, храбрые, искренне преданные, готовые стать под пулю, но большей частью очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед. Всю жизнь, толкуя о небольшом числе политических мыслей, они знают об них только их риторическую сторону, их священнические облачения, то есть общие места. Мне это зачем? Я мирный человек. Но когда все это началось, тут уж и я взял ружье. А как иначе? Свое добро сам охранять. Ну да. Так вот, я взял ружье и целый день ходил вокруг своего дома. Да с которой же стороны вы были? С работниками и барбесами или за временное правительство? Я, месье, не мешаюсь в политику. Мне все равно, лишь бы общественный порядок был сохранен. Ах, порядок. А как же еще? Разумеется, я защищал порядок, месье. Вот такие, как этот, и убивают революцию. Не исключено, что именно он участвовал в аресте Барбеса и его товарищей. Вы склонны преувеличивать. Это просто мещане, и только. Просто мещане? Не за горами были дни, когда эти просто мещане по приказу пришедших к власти либералов начнут стрелять в рабочих.
когда человек, не смочивший рук своих в пролетарской крови, станет подозрителен для мещан. Ну что ж, друзья мои, я думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что революция ранена насмерть. Что ей остается только умереть. Да, все переменилось. Полноте еще все впереди. Баке, вот вы-то, вы ведь горячий демократ, я это знаю. Да неужели вы не видите, что народ потерял почти всю свою власть? Почему вы снова не беретесь за оружие? Почему не строите баррикады? До этого еще не дошло. Придет время, построим и баррикады, но без оружия. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить свою волю, чтобы не дать врагам никакого повода к клевете. Тогда и либералы будут на нашей стороне, понимаете? Либералы? Они расправляются с вашими друзьями. А вы все еще продолжаете в них верить? Революция 48-го года испугала либералов. Они привыкли к мелкой парламентской оппозиции, безопасно революционным тостам на банкетах и вдруг оказались у власти. Мы любим рассуждать о свободе. Мы ничего так и не любим, как любим свободу. Но и ничто не пугает нас так, как пугает свобода. Эти либералы хотели обуздать народ, приведший к власти. Как и буржуа, они хотели скорее общественного порядка. Недаром временное правительство отринуло красное знамя баррикад, знамя демократии, и водрузило над республикой трехцветное знамя монархии. Первый же день республики стал началом гибели революции. Здравствуй, Людовик! Здравствуй, Наполеон! Пойду посмотрю, что там. Да здравствует республика! Замолчите, мсье! Почему? Почему я должен замолчать? Потому что вы нарушаете тишину и... Что и? И порядок. А почему же вы их не призываете к порядку? Теперь кричать «Да здравствует Наполеон!» Значит, соблюдать общественный порядок, а кричать «Да здравствует республика!» Оставьте их в покое. Вероятно, все вы считаете себя республиканцем. А мы себя никем не считаем. А вот кем считаете себя вы, мсье, еще надо выяснить. Ваши документы, господа. Да вы что, смеетесь над нами? С каких это пор у посетителей кафе стали спрашивать документы? С тех пор, как во Франции республика? Сейчас такое время, что не до смеха. Но у нас нет с собой документов. Чего ж тут толковать? Берите их и в полицию. Одного я знаю. Я его не раз видел на демонстрациях и на сходках в кафе. Другой должно быть тоже такой. Они оба не французы. Я же вам говорил, господин офицер, очень подозрительные типы. Я вижу, что нефранцузское происхождение стало теперь достаточным основанием для ареста. Для человека, не имеющего документов, вы, мсье, слишком словоохотливы. Вы нарушили революционный... Порядок. А главное, революционную тишину. Короче говоря, я должен вас припроводить... Напрасно, господа, вы возмущаетесь. В некотором роде вам даже повезло, можно сказать. Вас арестовал патруль Национальной гвардии.
А эти господа не всегда имеют желание церемониться арестованным. Но согласитесь, что хватать людей... Господин Анненков, теперь вы сами убедились, что значит в такое время, да еще без документов выходить из дома. Когда умы раздражены, течет кровь. Ну, что там еще? Вот, господин комиссар, схватил ее в тот момент, когда она хотела бросить письмо в почтовый ящик. А письмо, заметьте, в Берлин адресовано. Ведь там тоже неспокойно. Так мне показалось это подозрительно. Ну, в Берлин? Ну, хорошо, я разберусь здесь. А вы, господа, можете идти домой. Только, пожалуйста, прошу вас, не ходите теми же улицами, а то опять встретитесь с патрулем, который привел вас сюда. Или вот что. Я дам вам провожатого, который доведет вас до Елисейских полей. Так будет вернее. Ну, а вы, мадемуазель, бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше. Спасибо, месье. Пожалуйста. До свидания. Господи, где вы пропадали целый день? Мы так переволновались. Извини, Натали, мы задержались в кафе. А мы думали, вас задержали. О-о-о. А тебя не узнать, а? Без бороды, без усов. Не тревожься, Наталья Александровна. На этот раз все обошлось. Гервик, а я думал, вы все еще сражаетесь, надеясь и Пруссию сделать республикой. Когда ехал я из России, Огарев дал мне письмо к Гервигу. Он знал его во время его пущей славы. Для него все не пошлые, не скучные люди уже прекрасны, тем более поэты. Я застал Гервига в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым и вскоре сам сблизился с ним. Возвратившись в Париж, я из газет уже знал о несчастье его постигшем. 800 революционных эмигрантов, возглавляемые Гервигом, перешли Рейн, чтобы оказать помощь Баденскому восстанию, были разгромлены правительственными войсками. Гервиг возвращался с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими. Почти накануне июньских дней оказался он в Париже и, встретив у меня первый дружеский прием после Баденской ошибки, стал все чаще и чаще ходить к нам. Маркс оказался прав, предостерегая нас о несвоевременности нашего выступления. Но мы верили в победу. Да, все мы тогда думали, что стоит отряду Георга пересечь границу Германии, как Баденский герцог капитулирует. А на деле оказалось не то. Тупой баденский солдат ни поэтов, ни республик не знает, а дисциплину своего фельдфебеля знает очень хорошо. А здесь? Парижские баррикады так же немыслимы, как и мой баденский поход. Ты, Георг, все видишь в черном цвете. Республику еще можно спасти. А вы с Герценом ее уже похоронили. Надо же верить лучше. А я не фанатик, чтобы верить слепо. И не хочу, чтобы душили последнюю надежду. Вы вот плаваете в розовом тумане и восхваляете свободу, хотя ее на ваших глазах приканчивают. С тобой, Александр, спорить совсем невозможно. Твой скептицизм воистину неистребим. Oh,
26 июня мы услышали над Парижем правильные залпы с небольшими расстановками. Ведь это расстреливают. За такие минуты ненавидят годы, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощает такие минуты. Кто здесь гражданин Гервик? Я Гервик. Вы ждете вашего сына вместе с его Бонной из Берлина? Да, действительно. А почему вы знаете? Ваш мальчик прибыл еще вчера. Но так как станции железной дороги в руках у наших, и сюда было бы послать его невозможно, мы его отвели пока к одной из наших женщин. Вот тут на бумажке адрес написан. А мне наши сказали, чтобы я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. Спасибо. И Бонна его с ним. Помещение хорошее, и кормить их будут обоих, и опасности нет. Ну, а когда все покончится, вы его можете взять вот по этой бумажке. Спасибо. Прощайте, граждане. Постойте, постойте. Неужели вы пришли только для того, чтобы успокоить неизвестного вам человека? Да. Я же уже сказал. Меня наши послали. Да, но как же вы дошли? Ведь вас на каждом шагу могли остановить. Да. Все на руки смотрели. Есть ли следы пороха? Попался один офицер, тот грозился меня расстрелять. Извините. Вам же нельзя сейчас идти обратно. О, позвольте, постойте, позвольте поблагодарить не вас. Не беспокойтесь, гражданин, денег я не возьму. Ну, хотя бы разрешите предложить вам поесть или стакан вина? От этого не откажусь. Я вот уже второй день, почитай, что ничего не ел. Скажите, а какую пользу вы могли ожидать от этого безумного восстания? Ведь строя баррикады сейчас, вы обрекаете себя на неминуемую гибель. Мы уже в феврале обещали временному правительству, что будем ждать 3 месяца. Вот они прошли эти месяцы. Нужда все та же, еще больше. Правительство обмануло нас. Обещало много и ничего не выполнило. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все проели. Работы нет никакой. Дела стали. Вот тебе и республика. Мы решили все равно пропадать. Как, вы уже уходите? Еще же мне здесь оставаться. Мне к нашим надо. Позвольте, позвольте, но ведь вас... Может быть, в самом деле на возвратном пути схватят и расстреляют? Быть может. Что же из этого? Пока жив, нужно самому для семьи хлеб доставать. Как его доставать? Как любьют, сирот наши люди не оставят без презрения. Прощайте, граждане. Ну, как ваше имя, по крайней мере? Я хотел бы знать имя человека, которому я так обязан. Мое имя вам незачем знать. Правду сказать, то, что я сделал не для вас. Наши приказали. Прощайте. Что вам угодно, господа? А эти люди с вами? Это представители революционного народа. Революционного, вы уверены?
Сударь, мне велено сделать у вас обыск. Что здесь происходит? Мадам, тысячу извинений, но войдите в мое положение. Приказ. Это было бы жестокостью не войти в ваше положение. Вы уже и так довольно доказаны тем, что делаете. Мадам. Сударь, с какой целью вы жгли бумаги? Я не жег бумаг. Помилуйте, зола еще теплая. Я не жег бумаг. Теплая. Она не теплая. Сударь, вы говорите с должностным лицом. И тем не менее, зола холодная. Значит, я лгу. А какие основания у вас есть сомневаться в истинности моих слов? Вот же с вами есть честные представители, пусть они попробуют. Они попробовали. Один из них, хотели бы сказать. Отчего же вы лишаете удовольствия и остальных? Испачкать руки, а заодно и совесть. Сударь. Да если я и жег бумаги. Во-первых, я имею право жечь свои бумаги. Во-вторых, что же вы сделаете? У вас нет других бумаг? Нет. У меня есть письма. И призанимательные. Идемте. Мадам, ваши письма, помилуйте. Пожалуйста, не надо церемониться. Вы же исполняете свой долг. И что же скажут ваши представители революционного народа, если вы будете нерадивы? А что вы сделаете с русскими бумагами? Их переведут. В том-то и дело. Откуда вы возьмете переводчика, если из русского посольства? Это равносильно доносу. Вы погубите 5 или 6 человек. Нам дела нет до чужих. По неволе мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела. Июльских дней я видел, что революция побеждена. Но верил еще в побежденных, в падших, в чудотворную силу мощей. Только позже я стал яснее и яснее понимать, что революция не только побеждена, что она и должна была быть побежденной. Голова у меня кружилась от моих открытий. Пропасть открывалась перед глазами. Я чувствовал, как почва исчезает из-под ног. Позвольте представиться. А нет, нет, вы уже представились. Вы ведь теперь комиссар полиции Тюэрийского квартала, не так ли? Совершенно верно. Прошу садиться. Благодарю вас. Позвольте зачесть указ министра внутренних дел, касающийся вас. Сделайте одолжение. Взяв соображение 7-й пункт закона 13-21 ноября, дающий министру внутренних дел право высылать из Франции всякого иностранца, присутствие которого во Франции может возмутить порядок и тишину. И тишину? Угу.
Нет, нет, нет. Здесь сказано только порядок. Может возмутить порядок и быть опасным общественным спокойствием. Ах, где мои товарищи по вятской канцелярии Тюфяева? Как бы возрадовались их сердца, если бы они узнали, что и здесь, в Париже, после Вольтера, Бомарше и Гюго пишут такие бумаги. Вот Герцен Александр, 40 лет. 2 года прибавили. Да. Воспрещается ему впредь возвращаться во Францию под опасением наказания, наложенных 8-м пунктом того же закона. Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений. Чрезвычайно вам признателен, комиссар, за то, что вы мне сообщили этот декрет. Это мой долг, месье. Вам предлагается в течение 24 часов явиться в префектуру для получения паспорта и назначения границ, через которые вы предпочитаете покинуть Францию, оказавшуюся столь негостеприимной по отношению к вам. Парижанин полагает, что изгнание из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да еще без Евы. Мне же, напротив, было все равно. Вы, очевидно, сами понимаете, что ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах, ваши статьи, наконец, значительные субсидии, которые вы давали самым вредным предприятиям, все это заставило прибегнуть к этой неприятной, но необходимой мере. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политическое гонение, а одинаковые меры, месье, ведут к одинаковым последствиям. Полагаю, комиссар, что даже император Николай не подозревает о подобной солидарности. Вы же не можете находить хорошим его-то управление. Хорошие гражданины все уважают законы страны, какими бы они ни были. А чтобы доказать вам, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на 1 месяц. Когда же я должен явиться в префектуру? Ну, я думаю, завтра 10:00 утра. Я так и сделаю, месье. Как в этом году весна рано начинается? Чрезвычайно рано, месье. Вы знаете, это ведь очень старинный дом. Здесь еще бывал Мирабо. Правда, занятно? Вы, вероятно, остались довольны домом. А я и сейчас еще доволен им, месье. Очень доволен. Представляете, каково так круто его покидать. Хозяйка дома, мадемуазель Пуссен, очень умная, приятная женщина. Вы не находите? Вы знаете, в свое время она когда-то была большой приятельницей знаменитой госпожи Норман. Как досадно, что я узнаю об этом только сейчас. Мое дело, месье. Вы знаете, позвольте пожелать. Помилуйте, месье. Всякое бывает. Что было делать? По мере того, как я утрачивал все надежды на Европу, вера в Россию возрождалась во мне. Но думать о возвращении в нее при Николае было бы безумием. Добровольно поступить в чье-либо подданство мне было противно. Не скверного же барина на хорошего хотел я переменить. Выйти из крепостного состояния надворного советника в свободные хлебопашцы. Для этого годились только 2 страны – Америка и Швейцария. Америка. Я очень ее уважаю. Я верю, что она предназначена для великого будущего. Но американская жизнь мне антипатична. Господин Герцен, я имею сделать вам сообщение. Несмотря на то, что я вовсе не предполагаю, какого рода это сообщение,
Я заранее убежден, что оно неприятное. Однако, вы. Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его императорское... Сделайте одолжение, продолжайте, я слушаю. Его императорское величество изволили приказать, чтобы верноподданный Александр Иванов Герцен возвратился в империю, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд и не давая ему ни в коем случае отсрочки. Что же мне отвечать? Ну, а что бы вы ответили, если бы одна страна вас немедленно высылала, а другая столь же немедленно хотела бы заполучить обратно? Но речь идет о возвращении на родину. Что же мне отвечать? Что я не поеду. Как не поедете? Так-таки попросту не поеду. Ну как же это? Позвольте. Что же я напишу? По какой причине? Но вам же не велено принимать никаких причин. Да ну как же я скажу? Ведь это же ослушание воли его императорского величества. Вот так и скажите. Нет, это невозможно. Я никогда не осмелюсь написать это. Право, лучше бы вам изменить ваше решение, пока все вот это келейно. Ну, вероятно, воображал, что третье отделение – это нечто вроде монастыря. Как я не человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула я не хотел ехать в Петропавловские кельи. Да неужели вы хоть на секунду могли вообразить, что я поеду? Ну, забудьте, что вы консул. Рассудите сами. Имение мое взято в казну. Деньги мои из России задержаны. И все это не спрашивая меня, хочу ли я вернуться. Но обдумывали ли вы, что такой шаг... Зачем же отрезать себе все пути? Да, я все обдумал. Строгие чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что прежде всякого допроса и всякого суда я уже обвинен лишением части моих средств. Вряд ли мое возвращение на родину избавит меня от печальных последствий политического процесса. Ну зачем же вы понимаете все сразу так, что... Видите ли, я готов объяснить каждое из своих действий. Но в процессах подобного рода судят не действия, а мнения и теории. На них основывают приговоры. Могу ли я, должен ли я подвергать себя и свое семейство подобному политическому процессу? Могу ли я теперь вернуться в Россию, не сойдя с ума? Но вы не забывайте, возможно, милосердие. Чье? Государя? Поверьте, что вы можете пожалеть о вашем решении. Может быть. Не дадите ли копию мне с бумаги, которую читали? Нет. У нас это не делается. Жаль. Я собираю коллекцию. Но как исполнить его? Наш долг, Гервик. Долг прежде всего. Прав Белинский, начало повести поистине великолепно. Именно поэтому она и не появится в «Современнике». Но эти страницы картин революции также немыслимы для публикации в самой Франции, не только в России.
Вряд ли Александра закончит эту повесть. Да и ничего подобного он уже больше не напишет. И светлый смех, и его добродушная шутка исчезли. А мог ли человек пройти искусом 48-го года и остаться тем же? Только дома без посторонних находили иногда прежние минуты не светлого смеха, а светлой грусти. Но дурное невеселое рассеяние мешало им. Число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая гостиная наша на Елисейских полях была полна чужими. Но близок я был только с одним человеком. И зачем я был близок с ним? Я отредактирую статьи Александра после грозы. Но если будет возможность, я издам в Германии и другие главы. Значит, вы решили остаться. А я еду. В конце недели. Что делать? Мне ехать необходимо. Мои все там. Сами понимаете. В Петербурге, понятно, я не останусь. Поеду в деревню. А деревня где? Тоже, небось, в России. Александр Иванович, так ведь и здесь теперь не бог весть как хорошо. Все кончено. Все кончено. Если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Все это было и прошло. Зачем же обманывать себя? Прошло. Время прежних обманов, упований. Я ни во что и не верю здесь, кроме как в кучку людей, небольшое число мыслей, да в невозможность остановить движение. Оно остановлено. Уже остановлено. Я понимаю, почему вы не хотите вернуться. Но что вас здесь-то держит? Остаетесь-то вы зачем? Вопреки своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, безнравственно. Я слишком жил свободным человеком, чтобы позволить вновь сковать себя. Я слишком привык к свободной речи и не могу вновь сделаться крепостным. Даже для того, чтобы страдать вместе с вами. Не могу умереть с кляпом во рту. Дай вам Бог.